наши колокола. Так, идемте по Дерибасовской. Показала я вам наше дерево. Ну, тут есть, ну, тут ленточку. Что уже стерильная. Экскурсия, ребятки. Едем. Едем на экскурсию. Ну, конечно же, наш любимый Утесов, ребят. Обратите внимание на протертая коленка, протертый носик и ручку. На коленке это все тут садятся и фоткаются. Поняли? Надо сесть Утесову на колено, потереть носик и загадать желание. Можете загадать, я за вас вот потру. Обычно это такая примета, типа загадывать. Все, давайте загадываем желание. Даю вам минуточку, 30 секундочек. В общем, пусть все наши желания сбудутся. Вот такая примета есть здесь. Так, и рука, видите, это протертые места. У меня тоже куча видосиков, как я у него тут на коленке. Так что будете знать. Садитесь, загадывайте желание. И третий носик. Вот, видите, Леониду Утесову от благодарной Одессы. Понятно? Можно, но мне про мой эфир просто, но я сфоткаю, я просто не смогу выключить. Ага. Сейчас ребят попросили. Ребятки, сфоткаем их. Так, а вам как, в шире и так сделать? Сейчас еще давайте. А вы как-то обнимите его, может. Я его обычно и так обнимаю, целую в щечки. Можно его... А вы сядьте на коленко, видите, оно протертое, ему все садятся. Просто будет... Обычно... Ну, ага. Мы так все садимся. Сейчас, ребята. Красивая, да? Классненько. Пожалуйста. Пожалуйста, идемте дальше. Вот такой вот у нас есть голос Одессы. Голос Одессы. Граммофон, поняли? Сразу на фоне этого дома. Такой вот граммофончик. Наша красивая. Сейчас тихо. Мне нравится, когда так еще вот людей не очень. Сейчас просто Пасха. И все здесь разговляются. Тишина, покой. Мне нравится, ну, когда так свободно. Потом где-то у нас из-за войны уже вообще нормально. Вот так вот мало постоянно. Ну, так вот где-то в прошлом году, в середине июля, вот уже куча приезжих приехала. И уже какая-то видимость людей хоть была. Хотя бы на Дерибасовской. Уже было приятнее. А то иногда ходишь, блин, думаешь, а ну, люди, где? И хотя бы в праздник, вот у нас в прошлую субботу была реконструкция, пасхальная реконструкция. Тут по Дерибасовской вели Иисуса Христа, было куча сцен, всяких локаций, где проходили сцены, там они закончились. И было очень круто, типа его распяли, поняли? Его везли вот так вот по Дерибасовской, типа камнями кидали. У меня моему знакомому блогеру, он снимал, как раз как вели его, и прямо камнем в телефон прилетел. Прикиньте, телефон отлетел, он был в шоке. Ну, как-то так неудачно, вот он так хотел снимать, что ему прям камнем по телефону. Прикольно было. Это, ребят, наш кинотеатр Уточкин. Это памятник молодому летчику Уточкин. Шапочку сняли зимой, он в шапочке был, в шарфике, так что можете за него не переживать. Все у него круто, мы его грели всю зиму, как нам тут холодно было вести трансляции. У нас есть секретное место, ребятки, кто знает место, тут у нас обычно локация, куча музыкантов, вот тут поет, вот тут. А вот тут вот, если подняться вот с этой горы, вот там, где буфет, видите, надпись, отсюда снимаешь, вообще шикарный вид, сразу видно все. И горсад, вот. И горсад, и Дерибасовскую сверху. Или показать. А давайте я покажу его. Вот я лох. Проще один раз показать, чем 3 часа стою рассказываю. Что это со мной? Идемте, я вам покажу этот вид. Просто сейчас никого нету. А вечером, когда здесь елка на Новый год стояла, тут очень крутая локация была. Вот так вот становитесь вот тут. Это секретное место, никому не говорите. Так как вы у меня тут смотрите эфир, я вам по секрету сказала. Вот так вот становитесь, и прямо все на ладони. И горсад. Видите? И Дерибасовская. Ну, сейчас просто никого нет. Тут обычно куча музыкантов, можно так увеличить. Я отсюда снимала ролик